Внимание! Тишина! Приготовились! Еще раз! Еще раз! Улыбнули! Все улыбнулись, всем радостно. Илья, иди сюда быстренько. Илюша, подожди. Подожди. У нас было. Посмотрите, все помещаются. 3, 2, 1, пошел! Нормально. Гайерстук! Отлично. Ну вовремя. Да, отлично, отлично. Не, нормально, я же видел. Я видел. Молодец, браво. Давай. Молодцы, да, все нормально. Да, нормально. Вообще классно. При подготовке к работе над крушением поезда мы, конечно, изучали множественное количество исторических архивных документов. Это были и описания очевидцев каких-то, которые были на месте крушения, и фотографии, которые мы нашли. И это, конечно, выглядело очень жутко, и очень было сложно представить себе, как вообще они выжили, царская семья. И первым делом мы, конечно, попытались идти по документальному пути, попытались, найдя как раз марки поездов, вагонов, как они были устроены, что там было, кто там жил, в каких вагонах, мы попытались воссоздать это, как было в жизни. И когда стали делать первые превизуализации, так это называемые аниматики, мы как раз схему крушения сделали такой, чтобы она более-менее походила на те фотографии, которые мы видели, чтобы действительно вагоны разломились на несколько частей, чтобы это было достаточно жутко. И когда Алексей Ефимович увидел в грубом виде, вот, в виде этих аниматиков и при визуализации, как это примерно будет происходить, он ужаснулся и сказал, что нет, нам нельзя такое показывать, потому что это зритель просто не сможет поверить, что там кто-то выжил в такой катастрофе. И в этом плане нам пришлось немножко упростить и ограничиться все-таки какими-то разрушениями более-менее, так скажем, гуманными. И мы старались каждый нюанс учесть, даже вплоть до того, что травинки, когда мимо них проезжает поезд, они должны колыхаться, и колыхаться достаточно там естественно, и снежная пыль должна из-под колес вылетать примерно так же, как это происходит в жизни. Мы очень много смотрели референсов. Так что, в общем, такой, да, это для нас был вызов, который мы в течение долгого времени пытались воплотить. И мне кажется, что это получилось вполне даже себе убедительно. Да? Дверь пошла. Стена пошла. Подождите,
подойдите сюда. Вот сюда самое главное. Вот, вот сюда, где сюда. Пожалуйста, все готовы. Камера на исходную. Полная тишина. Съемка. Внимание. Вверх смотри, вверх смотри. Саша, можем, да, подвинуть? Вверх смотреть всем, да? Да, можем, можем, Саша. Плейбэк. Кто перестанет? Да, хорошо, старт. Мотор. Тишина. Мотор идет. Сейчас все из дыма. Вообще нифига не видно будет. Саша. Видно, видно, все, давайте, можно. Камеры. Пойдет. А, идет? Все камеры идут, да? Да. 5, 4, 2. Внимание. 3, 2, 1. Да! Все один, да! Мария, уходите. Мария, громче уходите также. Мария! Уходите. Уходите. Дай немножко лицо. Лицо. Помилуй. Спасти. У кого звонит? Господи. Спаси и сохрани. Все? Все! Еще раз все. Все! Дальше. Ниже. Нет. Еще ниже. Медленно. Нифига себе. А что ж там? Сергеевич, нормально все? Нормально. Поднимаем крышу. Подъем. Было классно. Сейчас я верю. Государь! Государь! Работать с Алексеем Ефимовичем Учителем иногда бывает трудно. Это очень тонкий режиссер. Его слух и его понимание процесса и результата очень специфичны в том, что он все слышит, он все ловит, он все понимает, он ловит любые оттенки. Поэтому мы иногда очень долго сидим на каких-то моментах вместе и очень долго пристраиваем какие-то фразы, звуковые акценты, так, чтобы они устроили не только меня, но и, конечно, его. И он очень требователен в этом, чтобы все было на своих местах. Все звучало так, как это звучало. В этом фильме иногда было сложно снимать некоторые эпизоды, потому что я еще был дублером Николая II. То есть нужно было загримироваться, наклеить бороду, одеться. И при этом думать еще о петлях, о звуке, об актерах. Я же был спиной и плечом артиста. И мне приходилось его дублировать и писать звук одновременно. Ездят автомобили, летают самолеты. Но просто слышно жизнь современную. И вот чтобы отсечь ее,
чтобы нужно ждать паузы. Ждать паузы позднего вечера, каких-то отдельного пространства, чтобы начать что-то записывать. Это не только касается тех вещей, что мы пишем после съемок, но и, разумеется, во время съемок. У нас, извините, 19 век, у нас съемка на улице, у нас парк, который выглядит как в 19 веке, а над головой трафик самолетов. У нас проблемы. Давайте снимать. Все, это уже... Давайте снимаем все. Кирилл, давайте, мы готовы снимать. Короткий очень кусочек. Приготовились? У меня два ассистента. Один ассистент поднимается на башню, с которой видно трафик Пулковского аэропорта в Ленинграде. И он смотрит оттуда, с башни, как они взлетают. И кричит: «Снимать нельзя!» И вся группа стоит и ждет. Стоит и ждет, пока самолет взлетит и прилетит. Трафик Пулковского аэропорта в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, довольно загруженный. Поэтому вначале все ждут, потом злятся. Потом, разумеется, происходит накладка, и самолет летит прямо в момент того, как актеры произносят свои реплики. Ну и, разумеется, когда фильм смонтирован, я вижу монтаж. Взят дубль именно с самолета. Подарки имеются. Кружка с позолотой, блюдце расписное, полуфунт колбасы, сайка с изюмом. Некоторое время мы думали, что же нам делать, потому что дубль сложный, актер трудный, вот. Очень много фраз. В таком случае мы начинаем как бы вот взвешивать, что нам важнее: озвучание, чистовой звук, живая эмоция. Но самолета быть не должно. Вот. Хотя... Ничего, прижмёт. Also.
фильм «Матильда», он ведь не о балете. Не фильм балет и не фильм о балете. Но фильм о балерине. Понятно, что в этом фильме так или иначе будет присутствовать балет, так или иначе будет присутствовать ее профессия, хотя, опять же, совершенно не о балете фильм. Но, естественно, хореограф фильма был необходим. То есть понятно, что есть Кшесинская, но есть еще, так сказать, среда, в которой она обитала в этом фильме. Это Императорский Мариинский театр, это большие постановки, это коронационный балет, который был в сценарии и по факту в истории «Черная жемчужина» в 1896 году по случаю коронации Пити Па поставил этот спектакль. И вот как раз буквально накануне, перед тем, как ко мне обратился Алексей Ефимович, пригласил в этот фильм, я как раз поставил для Пермского хореографического училища балет «Голубая птица» и «Принцесса Флорина». То есть это как раз балет был в стиле позднего Петипа на музыку Адана, по сказке «Адам Дунуа Мари Катрин». То есть такая история, поздний романтизм это называется. И там как раз вот именно все те задачи я и ставил перед собой. То есть когда я выслушал Алексея учителя, и он мне рассказал про этот фильм, про то, что нужно. И слушайте, я вот только что практически в этом стиле, в этой эпохе поставил балет. Посмотрите, они посмотрели, все просто ахнули, что это как раз то, что нужно. Потом, прекрасно понимаете, Михалина, она не профессиональная балетная танцовщица. Да, она получила какие-то уроки, она занималась, естественно, но вот Михалина как раз оказалась менее всего способна именно к балету, потому что даже с точки зрения координации обыкновенного человека, она у нее была, так скажем, не очень. Немножечко вот как дети танцуют, что ли, и это совершенно не годилось. Ballet dancer wouldn't do this. It's kind of... Not this, but just... You want to do pose. Yeah. Okay, maybe... Mm. And then? Yes, okay. Yeah, but you're doing like... No, it's too low, of course, yeah. But... Yeah, just up position. No, so even it's too low, even it will be not low, if you will do something like this, it's just... Ah! Okay. Yes, yeah. And then... Она не могла даже бежать. И были такие моменты, когда просто не уговорить, у нее вот она упрется, как баран. И я даже не знаю, как ступить, я даже не то, чтобы побежать. И побежала! Побежала, понимаете? То есть это, ну, по-другому никак. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Алексей Ефимович любит все натуральное, поэтому лямку и вообще все, что связано с балетом, он хотел снимать вживую. И вот эти вот то, что мы дорисуем, пририсуем, ему это не нравилось. У нас не была утверждена еще героиня, у нас не было Матильды, но надо было уже начинать снимать. И Алексей Ефимович говорит, мне нужен кусок ноги, прилетит балерина из Перми, у нее будет нога и кусок пачки. Во-первых, кусок пачки очень трудно сделать, потому что этот кусок пачки потом должен быть на героине. А ты не знаешь, кто героиня. И какой цвет пачки, тоже ты не знаешь, потому что он может быть не белый. И вообще, может быть, это кружево не пойдет к ней. Так как он потребовал только край пачки, у нас было на это сутки. Я уже почувствовала характер Алексея Ефимовича и подумала, что он, наверное, и дальше захочет. А потом скажет, а где у вас лиф? И ответ на то, что лиф должен быть соответствовать по размерам актрисы, которая потом в нем будет, он бы его не убедил, и он все равно бы спросил, а где лиф? Поэтому пришлось шить и лиф. Но мы не учли, что он скажет, а у лифа должна в этой сцене оторваться лямка.
Оторвать лямку оказалось самое сложное. Он хотел, чтобы лямка оторвалась именно в тот момент, когда он захочет. Поэтому придумали решение и сделали лямку на пульте управления. Эффект меня затащил, а ты отражает. Когда рапит, вот все, что не достает в натуральном виде, вот эти малейшие какие-то вещи, глаза, блеск, сразу все делает, все настроение. Это замедление дает вот это рассмотрение очень поразительные вещи, которых мне не получить в обычной съемке. Напоминаю, все смотрим на Николая II. Дамы, мужчины, все, кроме священнослужителей. Еще раз говорю, пожалуйста, приготовились к съемке. Все встали, все на исходе, полная готовность. Назад, не бойтесь. Еще чуть-чуть. Проверьте, вот чтобы была такая линия от верхнего человека до вас, чтобы никто не выпирал. Все правильно. Та линия стоит правильно. Да, пожалуйста. Пожалуйста, полная тишина, съемка, все выровнялись, прямые спинки, внимание на Николая II, кроме кавалера Гарда. Перекрыть можно, да? А потом мы его когда попадем. Домой. Да. Тишина, съемка. Плейбэк. Thank you.
три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У вас применение будет, чтобы их нужно держать. Молиться от власьев до власьев, как говорит в древности. Раз, два, три, четыре. Православие. Правое плечо, левое плечо. Православие. И лучше делать это вместе. Верую в единого Бога Отца, Создателя Творца. Верую. Все вместе. Верую в единого Бога Отца. Кавалергарды. Вот поклон, это свят левого меня. Офицерский поклон. Нет, не монашеский поклон, а офицерский. Священник и алтаря вставать не надо. Передайте, чтобы они слышали. How much do you think does this mental weight? It's quite heavy. I don't know. It's I don't know. I mean, they told me these are maybe 150 rabbits, and I mean 150 rabbits. They weigh a lot, but they are not alive, so this is an advantage. Mm. It's always easier to carry dead animals on your shoulders. This is what the Germans say. That animal. Mm. No, but it's kind of heavy. But I think that originally the weight was much stronger for them. For the stars. Yes, and I mean the pressure is so high. I mean, imagine that one of the stars Nikolai or Alex would fall. You know. Mm. I mean, there's a lot of pressure. And, there's a lot of pressure on top models to walk on the what do you say? Catwalk, not to fall. And imagine the pressure on them both not to fall. I mean, if I fall now, I have the possibility to do it again, you know. They have just one try. Yeah. It's a big privilege to really go into this kind of subjects, the theme of Russian history. This is so complex and it's so strange to me as a German, and it's a big privilege to really get to know it from the inside, in the way that you act it out, that you, it's kind of reenactment, which is psychologically very, very rich and very satisfying and powerful. So over these 2 years, I really got into Russian history, which is something that I think everybody envies me, that I had the chance to play Nikolai II. It's also a big challenge, of course, because he's a saint. I mean, the Russians, they see him as a saint, so it's, for me, it was from the beginning on a kind of Jesus. It's a story about somebody being crucified by society. And I think the whole history, the whole story around him is something like crucifixion of Jesus. And that was something that really touched me, because I had the impression that it's the essence of what Russia is about. So if you deal with Nikolai II, you understand the whole country. Это советское еще время. Не, война и мир там было еще покруче. Нет. Там войска были, которые участвовали. Но мы это не берем за все. Вот это многолетие картин, ничего такого подобного не было. Нет, ну было не Михалков, а Цирюльник, он тоже был. Будь здоров. Нет. Таких декораций, в декорации все снимали. Нет. Я бы просто заборно делали, я помню это. Да, мы парики надели. Я просто такого нет. Нет, такого масштаба не было. Такого масштаба. Скажите, пожалуйста, вот сегодня мы видим здесь потрясающие декорации. Расскажите, как долго вместе с чертежами вот они создавались?
может быть, какие интересные специалисты были привлечены, чтобы вот это все сделать? Нет, ну все специалисты – это наша съемочная группа. Думаю, считать, что автор этой декорации, вот художник-постановщик Вера Евгеньевна Зелинская. И она, конечно, продемонстрировала, что есть порох пороховниц в российского кино, и мы можем очень много создавать уникальные вещи, масштабные, грандиозные, делать это на высшем уровне. И я очень этому рад. А, конечно, все делалось, ну как, это цех бывшего военного завода, абсолютно голый, все это с нуля, но это чертежи, это конструкция, утверждение, это все, все не упало, не как минимум, но чтобы это все стояло прямо, а не криво, как, чтобы это правдиво выглядели и все иконы, и росписи. Конечно, это огромный труд многих людей. Вот, вы знаете, все с чем-то связано. Вот такая вот декорация потрясающая требует и таких же актеров. Важно ведь для режиссера собрать ансамбль, как спектакль, вот, когда образуются не просто ты берешь 10 хороших актеров и что-то получается, иногда не получается. Важно, чтобы они все подходили по психофизике. Ну, масса есть моментов, которые для меня, во всяком случае, очень важны. Но если я брал известных актеров, как, например, Данила Козловский или Женя Мирон, мой очень любимый, снимавшийся уже у меня, то чтобы они сыграли что-то совершенно новое. Например, Миронов будет играть директора императорских театров. Что, мне кажется, очень такая острохарактерная роль, и она будет для него совершенно новой. Данила Козловский будет играть такого офицера Воронцова, влюбленного в Шесинскую. Тоже очень не лирический герой, а тоже очень острый, необычный, такой шизофрения определенная, с уникальными какими-то и внешними действиями. Мне кажется, что для него будет совершенно новый шаг, и это будет интересно. Ингеборга Дапкунайт, когда я предложил роль Марии Федоровны, матери Николая, больше всего она меня скажет, сошел с ума, какая я мама, я не буду этого играть. Но она, к моему удивлению, тут же согласилась. Я первый раз с ней работаю, получаю огромное удовольствие, потому что она замечательный человек, потрясающая актриса, и очень точно и здорово все делает. Ну и, конечно, две тоже принципиальные роли Николая II. Путем проб и ошибок я остановился на немецком актере Ларс Айдингер, актер театра Шоубюна Берлинского, очень интересного театра. Когда я его первый раз увидел, у него удивительно русское лицо. Он обалдел, потому что он очень похож на нашего, только говорит на чужом языке. Когда мы загримировали, это тоже был шок, потому что он очень похож, особенно в профиле. Но это не самое главное. Не самое главное, он обладает, я видел его в спектаклях, и в «Гамлете», и в «Макбете», он обладает уникальной такой психофизической натурой, которая на каком-то... Актер ведь интересен, когда играет не первый слой, а второй, третий. Вот он берет между третьим и четвертым, что-то он вынимает такое, и в его глазах появляется. Он может молчать, но это будет настолько здорово и интересно, и передавать ту боль и ощущение, которое переживал его персонаж, что, мне кажется, это наша главная удача. Он очень известен в Европе, и в театре, и в кино, поэтому я надеюсь, что он с огромным увлечением, ответственностью относится к роли. Отношения уникальные просто по отдаче, по такому самопожертвованию. Но если он, не зная ни одного слова по-русски, играет нашу роль на русском языке. И, кстати, Луиза Вольфрам, которая играет Александру Федоровну,
она тоже играет на русском, но ее акцент уместен как в нашей картине, потому что она действительно немка и должна быть. А, тоже потрясающая девушка, которая, когда был в Берлине, я увидел ее фотографию, там висят все фотографии актеров, вся. Я сказал, что позовите вот эту, не посмотрел на нее. И она в 10 вечера пришла, таких, как в тренировочных штанах, таких с пузырями, такая сгорбленная, в очках. Я сначала пришел в ужас, потому что что такое за чудо-юдо явилось. И когда вот это удивительное преображение, когда это все скинули, надели платье, вы сейчас посмотрите. Она, во-первых, похожа очень, на самом деле. И у нее есть такая величественность и значительность, вот откуда убралось все, что присутствует в обыденной жизни. Ну и, конечно, она тоже очень, очень хорошая актриса. Еще у нас вот балерину Линьяни играет, кстати, пока мне везет, чуть-чуть. Сара Штерн, французская актриса, очень хорошая, с огромным таким комедийным даром. Небольшую роль играет китайская актриса Ян Ге. Добрыгин, кстати, у нас играет князя Андрея. Так что так хорошая очень. А Матильда? Матильда? Да. Ну, это вообще. Everything. I have nothing to hide. Had we chat all kind of письмо? На любовь нет, Ники. What are you doing? What are you doing? Put it back. Give me the crown. Сначала пойми, кто ты сам. Чего ты хочешь на самом деле? С кем хочешь быть? Все в жизни должно быть по любви. Только то, что ты хочешь.
Только потом все остальное. What touch? Listen, you don't touch this. Listen, you don't touch this. What are you laughing at? What are you laughing at? Я знаю, что ты любишь меня. You're a silly, evil woman. The future of the dynasty. The throne. The future of Russia. And I who stand before God. Слава. Не имеющие значения. Сын сначала хозяином самого себя. Если не сможешь, ты всех погубишь. Кто ты? Кто ты? Только я тебя знаю настоящего. Пусть узнают все. На всякий случай. На коронации я буду ждать. I have to go now. Потому что ты любишь ее? Listen, one last thing. I ask you. I always say that it was the most amazing audition in my life because usually during the audition you have like a chair and a white wall and you have to imagine all those things. But in Matilda case, the crew was shooting the scene of coronation of the Tsar Nikolai II. So I kind of jumped into the scene with the decorations and everything. And it was pretty amazing. I felt like Alice in Wonderland because suddenly I saw all those things. And Lars was my partner already and he helped me a lot, like really. So it was really, really amazing. Of course, at the beginning I was a little bit afraid because I felt like a new girl in town a little bit. But the crew let me in really, really fast. So I felt protected. At the end of the day, it wasn't a big deal that I jumped into the project in the middle of the shooting. 5, 10 или 15, 50. Не начинается рассеиваться по всему полю, по этому левому, где казаки, где мы бегали казаки. И занимать какие-то свои там точки. Да, и начинает как бы это, либо вариант, либо они. Ну, скоро будет там точка такая маленькая, минутная. Радуйся! Наши пошли! Поздравляем! Ближе подойдем! Рассыпаемся веером! Веером рассыпаемся! Так, там тут мужчина стоит. Я же специально очки противоударные покупаю. Уже на этапе постпродакшена режиссер в какой-то момент попросил нас все-таки добавить большее количество людей, чем оно было снято нами на площадке. Потому что ему казалось, что нужно показать больший масштаб того, что там происходило, и насытит это просто максимально жизнью, которую, в общем, мы даже не собирались делать изначально, когда снимали это. И вот эта задача нам пришла практически за несколько месяцев до окончания работы над фильмом, и мы решили, что мы возьмемся за это, хотя это была очень, в общем, для нас авантюра, потому что это очень большая работа, нам нужно было
практически переделать все Ходынское поле для того, чтобы его и насытить большим количеством палаток, объектов, лошадей, каких-то заборов, каруселей, флагов, столбов кстати, с подарками. Мы просто всю эту работу переделали и добавили туда порядка 10 тысяч человек, полностью синтезированных на компьютере. Для этого мы устроили съемку motion capture, так называемую, то есть снимали движения с реальных людей, попытались воссоздать все костюмы, которые у нас были на съемочной площадке, и весь кадр заполнить еще 10 тысячами людей, помимо тех сотен, которые у нас были уже в кадре сняты. И особенная как бы, сложность этой задачи была в том, что зритель не должен был заметить разницу между живыми людьми и компьютерными, которые практически постоянно там пересекаются. И это была очень тяжелая задача, мы занимались несколько месяцев, и до последнего этот кадр улучшали, потому что он настолько как бы, масштабный, настолько в нем много деталей, что первое впечатление, когда ты на него смотришь, оно, как бы, оно от всего кадра. Но если начинать смотреть на маленькие детали в этом кадре, можно найти всегда, что улучшить. Можно добавить больше птичек, можно добавить какой-то дымки, можно сделать блики от солнца, можно сделать какие-то тени. И вот над этим процессом мы практически работали отдельно просто месяца два, только над тем, как улучшать, как сделать кадр более живым и все нюансы в нем учесть. Вот это, наверное, был тоже один из самых сложных наших опытов. Работы над картиной. Верую у единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного, прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рождена, незатворена, единосущна Отцу, им же вся бывша, в едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едину грешение, оставление грехов, чаю воскресение мертвых, жизни будущего века. Аминь. Николай II. Нужно рассмотреть это ближе, кинуться на помощь любимому императору. И мало того, после того, как вы спустились все, кто стоит впереди, начинает отходить назад, потому что прорывается вперед. То есть здесь хаос должен начаться. Этот хаос мы сейчас будем репетировать. Пожалуйста, встаньте все сейчас на исходные, только мужская трибуна. Еще раз мы это сделаем. Начали!
Значит, сейчас поцелуй таких осторожных семиклассников получился. The kiss is now very accurate, you know? Нет какой-то страсти. There's no passion. Тихо, тихо. Такой он очень осторожный. Very тихо. Careful. Как будто бы наблюдают вот эти все люди, наблюдают, и мы стесняемся. А нужно наоборот, забыть обо всем. They are watching you, but you don't care about them. Еще раз. Mm-hmm. Alexei is an amazing person, really charismatic. At first, I was a little bit shy. I felt such a huge respect towards him, and but he is just one of those people who seem to be really like strict. But then, when you get to know him better, he shows a big, warm heart, and we became friends at the end. Which was quite amazing. For me, it's such an honor to work with someone like Alexei. Друзья, так, внимание, господа, сели, легли, все. А по команде я скажу, начали, значит, будем шевелиться. Начали, пошли подводы. Валя, еще угол, пожалуйста. Офигенная какая у нас работа, с ума сойти!